То ли автосервис, то ли пункт приема металлолома. Частный дом в одном из поселков ближнего Подмосковья напоминает кладбище старых машин. Здесь разбирают на запчасти отечественные автомобили. Слесарь, уроженец Средней Азии, немногословен. Больше говорит о коллегах, чем о работе. Я одерживаю, а еще другой человек работает там и держит, не знаю. Рассказал работник автосервиса немного. Откуда приходят машины, он не знает. О клиентах сервиса тоже не располагает информацией. Зато устроил оперативникам настоящий музыкальный концерт. Многие из запчастей вызывают подозрения. Корпуса якобы утилизированных автомобилей все как один не имеют регистрационного номера. Цифры просто выпилены из днища. Оперативники нашли здесь и угнанную машину. «Газель» уехала с улицы Южного округа Москвы в январские праздники. Именно из-за этого человека столичные оперативники и отправились в Подмосковье. Подозреваемый угнал машину в Рождество. Увел буквально из-под носа хозяина. Автомобиль был припаркован около дома владельца авто, под самыми окнами. В ходе проведения оперативных мероприятий и оперативно-технических было установлено местонахождение автомобиля «Газель». Он ранее похищен с территории Чертаново Центральная. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас оперативники изучают все автомобили на территории подмосковного автосервиса. Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям. Кроме того, полицейские ведут поиск сообщников угонщика.